Более 1 килограмма запрещенных веществ правоохранители нашли в квартире 36-летнего саровчанина. Мужчину задержали, когда он готовил крупную партию наркотиков к продаже. При обыске оперативники нашли у подозреваемого около 800 свертков. В ходе обысковых мероприятий у него в жилище было изъято 804 распакетика с расфасованным наркотическим веществом и порядка 600 грамм наркотических средств в нерасфасованном виде. В отношении саровского драгдилера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Теперь правоохранители устанавливают потенциальных покупателей запрещенного товара. Сотрудники полиции регулярно проводят проверки по фактам употребления, хранения и сбыта наркотических веществ. В прошлом году нами было перекрыто 3 канала поступления на территорию ЗАТО Саров наркотических веществ. Все лица привлечены к уголовной ответственности. На настоящее время находятся в местах лишения свободы. В этом году, в 2020, уже возбуждено 3 уголовных дела по факту сбыта наркотических средств граждан нашего города. Все лица установлены. В настоящее время проводится расследование. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.